За кулисами Кубка мира по пауэрлифтингу полным ходом идет разминка. Мастер спорта международного класса Александр Гугняков готов и на этот раз завоевать главный трофей года. Его рекорд в жиме лежа 170 килограммов. Сейчас планирует поднять только 160. Силушку богатырскую немного потерял в борьбе с коронавирусом. Однако и с таким весом на штанге он вне конкуренции. Соперники могут рассчитывать максимум на 140 килограммов. Выступает Александр Гугняков в паралимпийской категории. Попал в нее после автокатастрофы, но со спортом не завязал. Я раньше как бы этим немножко занимался до травмы. И для меня это было близко. Соревнований очень много, но побеждал. Кубки СНГ, Кубок России, Кубок мира, чемпионат мира, Евразия, Европа. Жена даже уже медали в сумочку складывает, говорит, что стенка скоро обрушится. На Кубке мира по пауэрлифтингу Самарскую область представляла сборная региона, в составе которой команда паралимпийцев из Новокуйбышевска «Крепкое звено». Из 7 богатырей 4 мастера спорта – Антон Попов, Дмитрий Дробин, Андрей Исаев, Алексей Сурков. Они готовы поделиться опытом с начинающими паралимпийцами от 14 лет и старше. С радостью примут в команду новых спортсменов для тренировок и выступлений на соревнованиях – от городских до международных, как этот Кубок мира. То есть мы хотим, чтобы к нам люди приходили, все, у кого, скажем так, есть какие-то проблемы по здоровью, там, причем неважно, если человек может что-то делать, там, заниматься штангой, допустим, то есть у нас основное направление – это жим штанги. Самое главное, чтобы было желание заниматься, то есть участвовать, принимать активный образ жизни, да, вот этот, и быть членом команды. Тон международному турниру в Самаре задавали классики пауэрлифтинга. На помост выходили как мужчины, так и женщины. Самарский слабый пол оказался на редкость сильным. Штангу поднимали более центнера. Занимаюсь где-то полтора года с нуля. Я на самом деле пришла к тренеру просто похудеть. Вот. Но тренер заметил мои достижения. Вот. На первых соревнованиях я уже присела 100 килограмм. Сегодня 130 присела. Но жим у меня 60-65. Становую тягу у меня 162,5. Я хочу быть самой сильной девочкой Самары. Кубок мира по пауэрлифтингу в Самаре собрал на помосте порядка 200 атлетов из России, Ирана и Казахстана. Для популяризации силового троеборья организаторы расширили программу выступлений. Кроме жима лежа, приседаний и становой тяги были подтягивания, подъем на бицепс, отжимания на брусьях, кистевой жим. В каждой номинации определился свой обладатель Кубка мира и призеры. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.